Наряду с политикой и глобальными проблемами на конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе обсуждают экологичные инновации. Представители бизнеса презентуют разработки, направленные на сокращение вредных выбросов. Швейцарская компания Climworks, например, предлагает использовать ее технологию извлечения углекислого газа из атмосферы. Теперь стало ясно, что для достижения целевых показателей по температурам, установленных в Парижском соглашении, мы должны действовать. Во-первых, нужно беспрецедентное сокращение выбросов. Но в дополнение к этому нам также необходимо использовать широкомасштабные технологии, способные удалять СО2 из атмосферы. Участники таких презентаций в рамках конференции по климату разбирают как достоинства, так и недостатки предложенных решений. Дискуссии вызвала в том числе идея сажать деревья для восстановления лесов. Эксперты рекомендуют более комплексный подход. Посадка деревьев, конечно, может стать хорошим решением для рынка и даже для экосистемы, но вместе с тем посадка деревьев может быть лишь одним из решений. Другие же связаны с сохранением лесов, поддержанием экосистем в нынешнем виде и их защитой в перспективе. Если говорить о восстановлении лесов, то, конечно, их надо восстанавливать. Надо делать так, чтобы пострадавшие леса были эффективны не только в производственном плане, но также с точки зрения экологии и общества. Хотя такие дискуссии не оказывают прямого влияния на переговоры на международном уровне, важен их вклад в общие дебаты по климату, особенно на фоне заявления о привлечении частного сектора к борьбе с глобальным потеплением.